Мы с Ириной сегодня приехали на Жостовскую фабрику. Сувенирный магазин при фабрике, где народ приезжает, группы туристические или индивидуально приезжают и любуются и покупают продукцию знаменитой Жостовской фабрики. Картины написаны в стиле Жостова. Всякие сувениры. Вот. Подстаканники. Вот. Шкатулки. Ты тут из-за администратора, из-за продавца, из-за кассира, и... Да. Сейчас смену не закрыла. Ну, значит, закрыла, не записала. Стульчики. Савдет, опять несколько раз, видишь, у нас интернет, компьютер. Ира и Оксана. А здесь пиши, 15 талмудов, пиши ручную. Ну, откуда я знаю, почему это нет? У них все есть, и ламинатор есть, и это есть, и то есть. Я бегаю туда, пишу, а тут же ручную, и такие вот грёбаные начальники. Вот. Смотри. Вот. А это вот шары. Новый год или не Новый год? Теперь вообще невозможно, неизвестно кто. Потому что я даже не могу. Вот эти мне нравятся. И все кабинеты, где можно это сделать, у Анечки. Это вот шикарный. Поэтому она мне скажет, что я сделаю. Немножко яркие. И то, если вот. Есть время, потому что с интернета она не в магазине. И свечи. И вот всякие леечки. Ну, а вот пошли подносы разных мастеров. Ира уже видит сразу, где чья школа. Вот. А я-то, конечно, не вижу. Тут традиционная Жостова. Тут еще фонари. Стеклянные вещи. Хлебница. В Советском Союзе хлебницы были. Она расписанная. И вот тут подносы разные. Такой оригинальный поднос. Пейзажи. Зайчики. Вот. Вон тут синенький красивый. Вот. Вот там я в зеркале отражаюсь. Это вот вход в магазин. Вот небо голубое. Вот. А вон там дом, видишь, просвечивает. Там мы квартиру сняли. В том комплексе. Называется «Уютная». Вот. Вот еще подносы. В Прагу пошлем их, чтобы они там тоже полюбовались. У них там своя красота. А она вот с зелененьким мне нравится тоже. Прагу пошли. Ободки, колокольчики, шкатулочки, шары, браслеты. Это, по-моему, яйца. Подвешивать. Ну, короче говоря, вот так. Такая красота. Ну, если он ее, то совсем недавно. Потому что на фабрику приезжал, гражданин приезжал на машине. Может, недавно приезжал. Девочки, Оксана с Иринкой. Оксана когда-то приехала с Украины уже лет 10 назад или больше. С мамой, с ребенком. И теперь это их дом. Мясики.